Доброе утро. Sprechen. Ich habe besonders am Anfang von dem Kongress eine tiefe Erfahrung mit der Trennung gemacht. Wir haben uns ganz natürlich die Männer, die Frauen haben sich zusammengesetzt, die Frauen haben sich zusammengesetzt und haben gesungen. Женщины. И вчера мы тут сидели, и мы ели вместе, вместе играли музыку. Для меня это очень интересно слышать, как мы все эти противоположности можем постичь Творца и душу. Я скажу тебе, я обнаруживаю на этом конгрессе, в вашем собрании, впервые, что есть некое соединение между всеми, но пока что слабое, и оно не сильное. Оно не покрывает буквально всех и не связывает всех вместе, но оно уже есть, оно уже в чем-то находится над всеми. И это впервые, когда можно раскрыть на Европейском конгрессе. Я очень рад тому, что это происходит. Это действительно нечто особенное. Я думаю, что вы на этот раз достигли, в общем, единства и определенного итога на пути к раскрытию высшей силы вам. И это нужно продолжать. И вы раскроете, насколько Творец стремится раскрыться между вами и наполнить вас. Мы сделаем это и постараемся достичь этого в ближайшее время. Лыхаем. Лыхаем вас. За вас, европейцы.